свет и вода, они создают радугу, они создают северное сияние, они создают миражи. Совершенно естественные эффекты, которые являются прототипом нашей технологии. Представьте себе хирурга, делающего операцию на сердце. Он может прямо перед собой видеть крупный вариант этого сердца на дисплее. Но и при необходимости он может и получить больше информации, не пачкая руки. Кисть руки – самый естественный манипулятор. Поэтому дисплеер создан, чтобы управлять всей кистью. Дитё, подходя к дисплееру, оно сразу же понимает, как им управлять. Естественным образом берет, собирает формы в 3D-пространстве. За счет трехмерности взаимодействия с изображением дисплеер позволяет устанавливать ориентацию в пространстве у больных после инсульта и инфаркта. Сейчас люди приходят в 3D-кинотеатры, надевают очки, испытывают 3 часа дискомфорта и уходят с усталыми глазами домой. Дисплеер делает изображение объемным, и при желании режиссер его может наполнить даже запахом. Он не напрягает зрение. И без очков. Мы живем в мире визуального мусора. Наше пространство заужается вот этими перегородками, телевизорами, компьютерами, экранами. Вот все, нас всегда все сужает. А здесь мы сделали устройство, которое расширяет пространство. Ух ты! Марина, привет! Привет, Максим! Оно является одним из измерений в этом пространстве, сквозь которое ты можешь видеть, пройти насквозь, а можешь и остановиться перед ним и взаимодействовать с ним. Дисплеер позволяет сделать мир прозрачнее. Марина, спасибо большое! Счастливо! До свидания, Максим! Счастливо! Пока!